Окей, всем привет, друзья, меня зовут Тимирхан, канал The Power Nation, и перед тем, как перейти к самому переводу, хочу сделать небольшое предисловие. Рассел Орхи сейчас тренируется в своем собственном зале, и по завершению карантина, насколько я понимаю, он откроет его для всех желающих. Ну а теперь переходим к самому переводу. Окей, как дела, ребята? Сегодня вторник. Прекрасный вторник. Собираюсь приседать. 2 недели назад я присел 270 килограмм, на следующей неделе я присел 290. Как вы могли понять, я увеличиваю веса и силовые, как делал на становой. Сегодня присяду в районе 300 килограмм. В идеале, конечно, было бы присесть 310 килограмм. Но если я присяду больше 300, я буду вполне доволен. 310 килограмм было бы просто отлично, я буду очень рад. Приступаем к тренировке. Niggas came through, stabbed him on the way. Them niggas catch you at the showers. 400 soups, bubble goose, put up in the cup. They say don't let money change you. That's how we know money ain't you. Bitch, I've been had, bitches been bad. We buy big boats, bitch, I'm sin bad. Downright sinful, bitch, we been full. All my dope boys, we like kinfolk. Be more burst boom, DC glass pipe, VA sit bells, pop that trap life. Blew through thousands, we made millions. Cocaine soldiers, what civilians? Bought hoes Hondas, took care children. Built out buildings, wrapped on classics. I've been brilliant, now we blend in, we chameleon. Окей, так я присел, что собирался присесть, это 310 килограмм. И это была некая дилемма. Пока я приседал, я дошел до... Это было 270. Да, 5 блинов с каждой стороны, 5 красных. Я приседал, и я не говорил об этом в субботу, но в субботу на последнем повторе последнего сета, на этом повторе моя спина в этом районе была очень забита. Я жаловался об этом Марте всю неделю. Типа, о, черт, кажется, я что-то не так со спиной сделал. Небольшое напряжение при наклоне, в общем. Но я не придавал этому большое значение, потому что я чувствовал, что это пройдет само. Я даже еще раз поприседал. В понедельник я чувствовал себя отлично, никаких проблем. Во вторник утром, то есть сегодня, еще лучше. Отлично, никаких проблем. Но когда я сегодня приседал 270, я снова почувствовал. И я попытался найти такое положение, где я не буду этого чувствовать, когда я снимаю штангу. Поэтому я присел 290, все еще разминка, и черт, вставал медленно. И я сидел здесь 5 минут и думал, идти дальше и попытаться как-то решить эту проблему посреди тренировки и попытаться выполнить запланированный сингл. Я не буду делать объем сегодня. Это небольшое напряжение в спине мне просто-напросто не позволит, несмотря на этот сингл. Я хотел взять все из того, что мог сегодня сделать. Я не буду делать объем, но я решил сделать этот сингл. Когда были 310 килограмм, я нашел примерное положение, в котором я не чувствую этого. И когда я снял со стоек и занял это положение, я понял, что сделаю это дерьмо. Еще давил животом в пояс. Так что я сделал это. Вообще, я должен еще присесть 3 по 8. Но нет, я... чувствую дискомфорт. Дело в том, что в этом диапазоне повторений, которые я должен сделать, внимание к деталям должно быть просто на максимальном уровне, чтобы минимизировать боль. Но зная себя, я знаю, что не смогу выполнить каждый повтор идеально. Поэтому лучшим будет просто не делать такой объем. Скорее всего, остановлюсь на 3 по 3 с легким весом. Когда я игнорирую вспомогательные упражнения для спины, рук, чего угодно, я травмируюсь. Я думаю, что было, это мышцы вокруг просто не работали. Я начал упражнение, и сразу стало лучше. Мне нужно выполнять вспомогательные упражнения, чтобы оставаться здоровым.
Я уже говорил об этом, но надо убедиться, что мы делаем это. Сейчас надену эту футболку. Сегодня должен сделать тяжелый сингл. Опять же, посмотрим, как себя будет чувствовать спина. Должно быть нормально. Addicted after my first pack, started dealing crack. You know I had dimes and pro seven. I wasn't feeling that. Drive-bys and DUIs, shooting, spilling yak. Это рекорд с фунтовыми блинами, это рекорд с килограммовыми блинами. Соревновательные блины 332,5 килограмма. Несмотря на то, что у меня были проблемы со спиной, я потянул новый рекорд, и я счастлив. Я думаю, у меня получилось еще и потому, что я не присел 3 по 8 во вторник. Это небольшой шаг назад помог в сегодняшней тяге. Сейчас буду тянуть 270 килограмм с запасом. Окей, я закончил тянуть 270 килограмм. Сейчас потренирую спину, чтобы оставаться здоровым. Как я вам уже рассказывал, у меня небольшое напряжение, спазм в спине. Вспомогательные упражнения, чтобы быть здоровым. Это будет самая обычная и самая простая тренировка спины. Окей, друзья, спасибо за просмотр. Если понравилось видео и вы находите его хоть немного интересным, может быть, в некоторых местах полезным, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Мне это будет очень приятно. Всем спасибо и пока.